В Одессе в спортивном комплексе Международного гуманитарного университета состоялся Кубок Украины среди детей и юношей по тхэквондо ITF. В соревнованиях приняли участие 840 спортсменов в возрасте от 7 до 13 лет со всех уголков Украины. Я считаю, самооборона – это важно для жизни. Если на тебя кто-то нападет, то ты сможешь хоть ответить чем-то. На соревнованиях делать? Побеждать и зарабатывать золото. По словам организаторов, детский кубок Украины, который состоялся в Одессе, один из самых масштабных. И именно спортивный комплекс университет на 8-й станции Большого Фонтана оказался единственным залом, который смог вместить такое количество спортсменов и имеет все условия для проведения соревнований. На данный момент в городе Одессе спортивная площадка представляет самая лучшая спортивная площадка. В нашем городе очень хорошее расположение, поэтому наша федерация выбрала проведение соревнований на данной площадке. Я хотел вынести большую благодарность Сергею Васильевичу Кивалову за предоставление данного помещения для проведения наших соревнований. Бои происходили одновременно на 5 площадках. Спортсмены принимали участие в индивидуальных номинациях, а также в командных. Для участия в международных соревнованиях нужно выиграть Кубок Украины по взрослым и Кубок чемпионат Украины по взрослым. Буквально через 2 недели будет проходить такое соревнование в городе Харьков. Турнир, который проходит у нас сейчас, это именно детский турнир. И те спортсмены, которые выиграют на него, смогут принимать участие в открытых турнирах Европейской Федерации. Буквально в середине декабря наша команда и представители разных регионов будут принимать участие в таком турнире в городе Салоники, Греция.